Лада 4×4, в девичестве известная как Нива, видела за свою жизнь не так много обновлений. В начале 90-х внедорожник получил вертикальные задние фонари и качественно новый интерьер, а технику серьезно дорабатывали в 2009-м. Затем машина будто бы замерла во времени, хотя 3 года назад состоялась небольшая модернизация, которую широкая публика почти не заметила. Тогда пересмотрели подвеску, а редуктор переднего моста отвязали от двигателя. И вот настоящая революция. Во всяком случае, действительно новый интерьер. Это большое событие для заслуженной модели. При этом вазовцы не только расщедрились на замену передней панели, но и полностью переделали климатическую установку. Сиденья тоже новые, с развитой боковой поддержкой и модернизированным механизмом складывания. Судя по ярлычку, в них вшиты боковые подушки безопасности. Вдобавок, инженеры внедрили новые опоры силового агрегата и улучшенный пакет шума и виброизоляции. Первый в истории марки Kia полноразмерный кроссовер Telluride удостоен награды от американского автомобильного издания Motor Trend. На рынок США Telluride вышел в начале этого года и сразу же снискал огромную популярность. На сегодняшний день продано уже более 45 тысяч таких машин, так что именно благодаря Telluride многие американцы открыли для себя марку Kia. Что касается премии от Motor Trend, то авторитетное жюри оценивало всех претендентов на предмет безопасности, экономичности, дизайна, а также других характеристик. Но решающий вклад в победу большого Kia внесло соотношение цены и качества модели.